Привет, дорогой друг, и сегодня тебе покажу простейший способ насадить топор, чтобы он больше никогда у тебя не рассохся и не делал вот так. У меня он же пролежал, рассохся, здесь стояла пластина, вместе с этой пластиной он просто вываливался. Пластину я убрал, сейчас попробуем сделать. Ручку не стал менять, потому что она очень небольшая и эргономически удобная. Она не растрескалась, с ней ничего не случилось. Показываю. Нам всего лишь нужна камера от велосипеда, либо от мотоцикла. У меня вот такая вот. Нам потребуется лишь одеть ее сверху. Я думаю, если вы взрослый дядька, надевание этих резинок у вас опыт есть. Так, до конца натягивать не стоит. Нужно вот так вот выровнять, проверить, нет ли зазора. Зазора у нас нет. Все замечательно. Очень плотно садится. Но теперь осталось просто набить. Как и сказал, насаживаем. Обязательно с помощью кьянки, чтобы не разбить ручку. Происходит это все очень тяжело, потому что металлорезина вступает в противоборство. Вот поэтому его потом не снять. И вот спустя 2-3 минуты долбления наш топор сел на место. Посмотрим. Я думаю, что обрезать даже не стоит, оставим так. Я уверен, что он у нас за все лето, будучи на солнце, вообще больше не рассыпется и не снимется. Как вам такой лайфхак? Чисто дедовский. Поставьте лайкос по-братски.